водитель КамАЗа поворачивая с улицы Повстания на улицу Гагарина. Во время поворота оторвалось крепление с правой стороны прицепа. Соответственно, правой стороной прицепа были снесены дорожные ограждения вдоль дороги по улице Гагарина возле 80-го дома. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, в том числе и водитель. Вот. На данный момент занимаемся оформлением данного происшествия.